друзья, и прямо сейчас я нахожусь в клинике ЦДК. Плазмотерапия. Больно это или нет? Как на плазмотерапию реагируют мужчины, а как реагируют женщины, мы увидим прямо сейчас. Погнали! Тук-тук, можно к вам? Конечно, заходите. Меня зовут Карина Александровна. Карина Александровна, как вы думаете, мужчинам вообще слабо это все перенести или нет? Слабо. Смотрите, если я пойду утром умоюсь, умылся, значит, зачем мне нужна свежесть лица? Но как же, выходные были до этого? Были. Друзья были? Были. Возможно, вечеринки. А на следующий день на работу нужно хорошо выглядеть. Что для этого нужно делать? Может быть, умыться, но недостаточно. Может, припудриться, мужчины этого не делают. А инъекция? Инъекция? Да, прокол иголкой, кожи, кровь. Прям по вене. Прям я чувствую, вы так это любите все это делать. Люблю, потому что вижу результат. А вот когда тебя врачи, точнее полиция останавливает, там проверяет, тебе не думаешь, что ты там наркоманка или еще что-то? Раз в неделю поколоться. Нормально это? Шприцы, открываю. Будем сейчас набирать плазмы. Вы можете показать плазму? Да, это такая желтая. Так это пописали тогда просто. Ну, два шприца. Эти два шприца сейчас вонзятся в ваше лицо. Ладно, фигня, фигня, я мужик. Такого кайфа больше нигде не получится. Глубоко вдохнули и выдохнули. Это больно. И это было прекрасно. Ну что, пережил я процедуру плазмотерапии. Дамы, если вы делаете себе это все еженедельно, то я вам ставлю лично памятник. Конечно, ну пример для подражания.